Дня съемки производится в компании «Суперин Бутик». Находимся мы город Москва, Куликовская, 12. Работаем ежедневно с 10 утра до 22 без выходных. Снимаем мы снековый автомат «Саека» BP-36, оснащенный холодильником, купюроприемником, монетоприемником, принимающий все новые деньги Российской Федерации. Монетоприемник у нас функция выдачи сдачи. Сейчас мы делаем покупку за деньги шоколадки «Твикс». Вот она нам ее выдала. Аппарат достаточно в очень хорошем состоянии. Обратите внимание на левую сторону автомата и на правую. Просто, я бы сказал, в идеальнейшем состоянии. И один из факторов того, что аппарат был в хороших руках, показывается вот такая вот решеточка. Не на все аппараты этой марки сохранились решетки от предыдущих владельцев, то вот с этим автоматом будет идти эта решетка. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете обращаться к нам через сайт, либо позвонив нам на телефон, мы ответим на всю вас интересующую информацию. Всем хорошего дня, до свидания.